11 ноября отмечается необычный праздник – Всемирный день шопинга, когда большинство магазинов и интернет-площадок устраивают грандиозные распродажи. Разнообразные товары можно купить с большой скидкой. В этот день по всему миру количество покупок на одну семью исчисляется десятками, а суммы в чеках – сотнями тысяч. Заядлые шопоголики всегда заранее готовятся к этому дню. Покупка товара для меня является необходимым процессом, поэтому периодически участвую в нем для покупки товаров для ребенка, да, это как необходимо, ну, для себя периодически также совершаю покупки. Вот, в том числе у нас в Станиславе, но зачастую езжу в Краснодар. Я совершаю каждый раз какие-либо покупки, это может быть из интернет-магазина или просто, вот, допустим, сейчас я купила продукты, но самая такая значимая для меня покупка, которая на протяжении 5 лет радует меня, это покупка собаки. Я слежу за скидками. На Алиэкспрессе очень люблю выбирать покупочки всякие, потому что там есть такие интересные вещи, которые тут что-то нельзя найти. Вот, но мне очень это нравится занятие.